we can't help you, sir. I'm afraid my fees are not negotiable. One small penny. You seem an honest Christian. No, I didn't need it. Perhaps not. Just a bit of a laugh. German. I see. It's really as simple as that. Shouldn't you be at home, sir? No, no, she's not there anymore. Well, to cut the line, the baby's on its way. Ладно уж, бандит-недомерок. Живи! Так, так. И кто же это? Это наш район. Поглядите, что у тебя внутри! Еще тут! И... Сверните ему шею! Отлично. Что еще нам предложит Лондон? Не время для экскурсий, Джейкоб. Нам нужно найти Генри Грина. Я же всегда ладно быстрее всех, а? Не быстрее меня. Ну уж нет. Где находится лавка мистера Грина?
Она была на карте отца. Два ассасина. Одного роста. Женщина и мужчина. Лет по 20. И эти дьявольские усмешки. Думаю, вы близнецы Фрай. Ну а вы? Генри Грин, к вашим услугам. Я узнал о вашем отце, мне жаль. Спасибо. Что вы знаете о Кроуфорде Старике? Видимо, совету нужны новости. Освободим Лондон. Ради будущего всех тех, кто здесь живет. Слава богу, совет внял голосу разума и послал сюда вас. Да. Слава богу. К сожалению, у меня плохие новости. Сейчас Старик — глава самой могущественной организации темплиеров во всем западном мире. Все сословия, все районы, банды, производство. Этот злодей контролирует весь Лондон. Всегда хотел стать главарем банды. Суровым, но честным. А, у нас будет свой стиль. Только представь, эта банда объединит всех обиженных и обездоленных. Это наш шанс, Иви! Мы соберем себе армию! О, так же, как в трактире. Они как птицы из окна вылетали. А, Шулерата, те еще птицы. А, придумал! Мы будем называться... Грачи! Ну и идеи у тебя. Есть план лучше? Найти частицу Эдема. Ну что ж, я покажу вам Лондон. Прошу. Осматривать окрестности лучше с высоты. Это верхняя точка Уайтчепела. Посмотрите, во что Старик превратил город. Преступление на каждом шагу. Запрещенный детский труд. Бандиты из висельников захватили улицы. И за всем этим стоят тамплиеры. Впрочем, как и везде. Мы должны вернуть город тем людям, которые его построили. Мы отобьем Лондон у Старика. Я обещаю. Грачи помогут. Мисс Фрай, ваш пыл вдохновляет. Идем. Вернемся ко мне в лавку, я введу вас в курс дела.